Всем привет! Это уже новый влог. От старого влога мы проехали 2 километра. Да, 2 километра буквально. Там у нас остался старый влог. Можете посмотреть, вернуться назад. Вот Серега едет на море впервые в жизни. Для тех, кто не знает, кто он, 40-летний девственник, игроман, проигрывающий все на ставках. Недавно взял кредит 200 тысяч рублей, тоже просадил. Первый раз в жизни выбрался вообще в другой город, кроме Саратова и Москвы. Никогда ничего не видел. И мы решили привезти его сюда, так как у него есть очень интересное желание. Какое, Серег? Так. Промотали. Серега, как всегда, тупит, но вон будет прыгать с тарзанки 207 метров. Просто у него сейчас мозг впитал много всего, что за 40 лет не впитывал, он немножко не в себе. Прям на море. Вот хитрейшие просто давно положили на все, налепив быстро мягкий мирок на привычных их телу костях. Красиво, Серег? Шикарно, шикарно. Тут прям все вот, так продумано. Вот мост прямо, который. Ты на тот смотришь-то? Ты на тот, что сейчас смотрел мост? Ебать. Заученная фраза, главное сказал. Да. Лишь смеются над нами погрязшими в глупых страстях. Им давно наплевать на любовь твое и мое. Я получил эту роль, мне выпал счастливый билет. Я получил эту роль, мне выпал счастливый билет. Понюхал? Понюхал мост? Так, что ты хочешь? Спорторежим? Смотрите, сейчас спорторежим. Давай. Березки и пальмы рядом, бля. Они же должны кокосы быть на пальмах. Ой, и мало, кстати, похож из этого, слышишь? Из Каха. Каха, это место из Кахи, я тебе отвечаю. Да. Товарищ полицейский, там человека убивают. Где? Пойдемте. Где? Что случилось? Братан, он, прикинь, близких в мусар не сдает. Да ладно, ах ты, сука! Дальше поехали. Следующий объект. Видно, видно, да, чуть-чуть? Собственно говоря, мы далеко не будем уезжать. Запаркуемся там. Да, здесь вот, Серег, купишь квартиру себе, бля. От 75 тысяч квадратных метров. Серег, вот оно. Ждало тебя 40 лет, бля. Сочинская. Ты, главное, там только в нем сейчас не останется. 40 лет, Серег. 40 лет ждало тебя оно. Неожиданно, кстати. Ты смотришь, правда, не на ту сторону. Куда ты там смотрел? Туда ему тоже глянем. Столовую смотришь, что ли? Ёпта, Сережа. О, я знаю, куда ты смотришь. Вегас. Мы приехали в Вегас, мать твою. Выходим. Ну, жара, да? А ты думал, как мы? Да? Заберу? А, эвакуируют, да? Да. А где знак? А знак где? Ну, пешеходный. А, ну, сейчас надо убрать. Серег, голубь мира тебя встречает. Голубок будет. Ты лучше там не купайся. А то, видишь? На берег нахуй, блядь. Вот это варлушевский любимый пляж, блядь. На берег проходим, блядь, проходим. Вы искупался, вышел, блядь, и все. О, ёх, нихуя себе. Хотели голых женщин? Получайте, блядь. Только не ори, дурак. На банане катаюсь. Серёж, ты на своем банане кого-нибудь прокатил бы уже когда-нибудь, не? Не вариант? Надо. Ну что, надо его искупнуть сегодня. Надо машину уехать отсюда. Ну да, бро, да. Надо обратно всем сесть и поехать местными. Думаешь, так надо сделать, конечно.
Глянь, да? Мусора, главное, этих эвакуируют, потому что здесь пешеходный переход. А те, кто здесь работает, да-да-да, такие дела. А он работает, он проплачивает, что ты думаешь? Если здесь увозят раз-два, их не увозят, то понятно, что здесь. Серег, ну как, море посмотрел? Все, поехали. Поехали в Вегас. Ну что, Серег? Ну и каково оно? Каково? Запах почувствовал? Да как-то надо... Да он еще, надо же подойти, да, ручкой и ножкой. Освежиться. Извините, а сколько у вас парковка стоит? 50 рублей в час? Пошли вы нахуй. Да. Ну иди сними его так же. Ставить будем. Селебу ведем одеваться. Селебрити. Ага, ага. Ну, плавки ищем, Серега. Будем брать, будем брать. Какого цвета, Серег, брать будешь? Ну, с рисунком нет. Ну, самое простое что-нибудь надо взять. Здравствуйте, нам другу стринги нужны. Есть? Не стринги, ладно, плавки обычные. Нет плавок вообще, да? Шорты. А шорты есть плавки? Шорты есть. Плавательные, да? Да. О, отлично. А то надо. Ну, конечно. Он просит цвет покорить. Не надо. Не надо. Не надо, говорит, здесь покорять. Таких покорителей по пляжу, да? Посыли размера нет. Спортом заниматься, пресс заканчивать. 5XL, давайте 5XL. 5XL? Хорош подожди. Да они маленькие, они маломелькие. Нормально, нормально. А то в контору можно ходить. А вы его не узнали? Давай поженимся, не смотрите? 40-летний девственник. Нет? Смотрите, ребят. Там раза три уже был. Пока, да? Еще, пока еще не решился, можете посмотреть. Так, а где тут этот ценник-то у вас? 400 рублей. Не будем. Так, ой, ну хотя бы давайте за 395. Ну, вот. А он наш предел. Даю. Все, 395. 5 рублей надо было. 395, давай. У вас сдача 600. Сейчас. Да померить. Смотрите. Ну, для первого раза как-то так. Вот, вот, вот. Прям как для кошки сидит. Корову доел, прям. Корову, да, привели. Селебрити вам привели. Селебрити. Если не подойдут, принесем, ладно? Хорошо. Да ладно, подойдем. Да хорошо, да не надо на мелочи сейчас никакую. Все, 600 рублей. Я же сказала. Да, ну хорошо. Все. Ладно, пусть будет. Он кинет ее тогда. Ну, это, 10 это... рублей, 5 рублей. О, ничего себе, берег скидку. На, Серег, кинешь его в море. На счастье, может, да, найдешь. Может, а если не найдешь, то Greenpeace тебя найдет. Нет, такие точно, такие не знаю. Все, спасибо вам. Может, знакомый есть? Чего? Да, девственник, да. А я почти верю в это. Нет, вот он, не я. Надо найти счастье, какой кошмар. Я ему тоже верю. 40 лет уже. 40 лет без победы. 40 лет без победы. А знаете почему? Кто запретил, Серег? Кто? Да там, в общем-то... Свыше? Да, священник, в общем, сказал нет. А желание? Надо, я вот сейчас... Даже и его не было. Сейчас есть уже. Сейчас пойдет, говорю, даже желания нет. Пойдет прикинь. Сначала нырнет сейчас в океан, а потом уже. Ну, результат. Конечно. Не верю, блядь, я тебе не верю. Мне свои точки, блядь, я рамки разрешила даже, блядь, 20 лет, а тебе. А что, мы поехали? Для машины. А, да. Все. Да, все. Можешь попить что? Есть? Да, мороженое взял. Для брожения. Класс. Здравствуйте. Мне какой-нибудь фландин. Повкуснее, но без шоколада. Будет мороженое? Возьмите. Не, мороженое. Мороженое будет, Серег? Да, одно. Быстрее решай. Будет. Он у нас просто долго думает. Потом думает, мороженое расставит. Давай, давай, давай. Тоже будешь? Давайте. Три давайте. По чем оно? 605. Давай, Маша, 605 на 3. Возьмите. Спасибо большое. Все хорошо было. Да. А, не помню, мать. Никого не нашел. Не, он найдет. Найдет? Его все еще впереди. Да ему 40 уже. Да? Я ну что, их 50 находят. Главное детей. Начать процесс. Да. Детей же надо. Да? У тебя есть дети? Абхазцы. Да? Вот его в Абхазии, абхазцы только 60 евро начинается. Спасибо.
А, вот за эти 6. Ты не понял, ты мне скажи, у меня не было. Что? Я говорю, я промоутер его. Какие вопросы? Не, а говорю, дружба ничего не помогли. А убежала. Дуть кому-то? Ну а как мы? Проститутка это нет. 40 лет ждал, не надо. Что проститутка? Мы осталось о порядочности. А что? Порядочно? А вот он живет с порядочной. Не-не-не. Она так тоже есть. Я тоже профессия. А я смотрю, что и тебе отголоски достались. Мне? Все запретили. Я уже давно это запретил. Все будет хорошо. А вы давай поженимся с ним, посмотрите. Да, да, я посмотрела. Напишите, 40-летний девственник Иван. Да, все, он девственник ходит. Ну, видишь, как он улыбается. Все в Абхазии. Вам товар отменный. Да? Отменный. А поближе нет? Не, а не, что, до Абхазии час ехать, да? А? Час. Я боюсь, шумы. Потом в Абхазии братья отменного товара приедут, что-нибудь отрезать. Не-не-не, там они рады сбагрить, ничего подобного, они там рады. Лишь бы национальность была внешняя, да, нормально. Серег, твоя квартира кому-то достанется. Да-да, представляешь, абхазам достанется. Они всей семьей приедут. Я только рады, только рады. Все, удачи, спасибо, удачи, удачи. Вот на этой тачке к ним подъедешь. Говорит, тема. Что, реально ни разу у него не было? Реально? Она говорит, да? Тяжело поверить. Да если бы он сказал, что он море не видел, он бы сказал, идите, пизда была. Вон там горы, Серег, оттуда все фекалии твои после прыжка будут стекать вон туда, прям в море, по этой реке. Все те люди, которые там купаются, будут в фекалиях купаться, понимаешь? Понял? Что ты сотворишь мировую? Там же смотри, не обосрись. Блин, часов я эту хуйню не снял, простите меня, дуру грешную, блядь. Там, короче, чувак за лодкой на парашюте хуярит, ну вон, видите, знаете. Я говорю, Воружа, сколько стоит, если Серегу, ну, запустить туда? Он говорит, да, 2500 где-то, и Жибер сзади. Что ты сказал? Я думал, что сутки, в сутки. Сутки, блядь, 2500 на парашюте, блядь. Ой, ну что ты, Корефан, понимаешь, да, с кем ты имеешь дело? Да, Серега, ты в полном порядке, просто в шоке. Вон, Серег, отель, в котором мы жили, помнишь, влог снимали? Ну что, поставим машину, сейчас лишь попройдем. Ну что, на сутки снимем эту хуйню? Да, пускай летает. Нас со скидкой сделают, 1030, Серега. Чтоб Серегу в казино не брать, на сутки ему покупаешь эту хуйню, и путь летает. Заехать за ним в Калугу, забрать и себе поехать. Полетишь, Серег, на сутки? Серег, вон сзади стадион, который, как ты сказал, 250 человек вмещает. Нормальный? Нормальный вообще? Ты нормальный вообще, да? Ты вообще разрешение спросил? Ты вообще нормальный? На купание. Ну, все ценное тут оставить. Да, все ценное всегда оставляй в автомобиле, Серег. Да. Варлуш тебе потом расскажет. Как это надо делать? Как вообще это делать надо? Мы же поплывем. А потом купишь, деньги будут. Кто-то больше 2,5 пройдет. Сима. Говорит, выйди, пожалуйста, я переоденусь. Давай мне сделай. Мне еще. Есть, короче, идея охуенная, пока он переоденется. Смотрите туда. Не надо. Сначала пускай спрыгнет. С Тарзан? А то вдруг куда он, блядь, это. Да может как тренировка. Может уже не понадобится. Будь здорово. Будь здорово. Серег. Смотри туда. Вон туда, смотри. Ты знаешь, что это такое? Американские горки, Серег. Помнишь, мы тоже там влог снимали? Да, точно. Угу. Поедешь? Или нахер? Страшно? Там... Ну, мы, в общем, там не нашли, где стать. И приехали сразу на более комфортный пляж, где стадион Фиш находится. Чтоб Серега получше ощущения вкусил. Че, хочешь попробовать сочный, мощный? А? Загорелая грудь у Сереги. Здесь получше пляж, Серег. А он может спуститься. О, мечта сбылась. Сейчас, когда ты залезешь в воду, нырнешь, тогда уже сбудется на тебя, пока ты только увидел. Пока еще не нырнул. Ну, уже вот. Наш выход. Давай, первый. Давай. Я хочу снять твое лицо.
тепленькая. Тепленькая, да. Давай на пьедестал встань. Ну нормально, это прозрачная вода какая чистая. А ты сразу прыгай и все. Давай. Непривычно. Ну давай, Серег. Давай, с разбега прямо, я тоже с разбега за тобой. Давай. Давай, давай, давай. Свобода воли заманила тысячами строк. Нет проблем, нет боли, нет забот. Так утоны любовью, край он тебя зовет. Море, море, край бездонный. Пропитала меня солью и волнами. Окатила меня бризом и каплями и голубыми. Ничего не надо тут, и так меняет мгновенно. Стоя на берегу, как на краю вселенной. Мечты с перспективами едины. Море, моя жизнь, мои мысли, дельфины. Говорит Салёна, я говорю, я подписал, вот она и Салёна. Я бесконечен, не измерить в километрах, милях, как и ты, полон загадок, собака Баскервилли. Вдохновляя, заставляет всех стелить на стиле, обуздать свои планы, тут каждому по силе. Серёга искупнулся, пойду до него дойдут. Да, Серджо, ну как сейчас самочувствие? Прохладно? Поздравляю тебя с первым желанием исполнено. Кайфанул? Смотри, как камушки за тебя лежат, пиздатые. О, видал? А я вот тоже выловил один, вон. Все нормально? Надо взять будет, сувенир. Самолет? Кайфово? Видишь, подгорел. Я ему сказал, что надо, чтобы организм солнце, море видел. Хотя расход, и кость нормальная будет, и все. Мы туда просто дальше не пошли, там вон сколько народу, пацаны. Все, Серёга, пошли прогуляемся, подсохнем, поила. Ну, в ресторан 21.00 столик. Ну, это пока приедем, да? Да. Да? Что-нибудь хотя бы посидеть, чаю попить сейчас. Не, он прям это кайфанул. Да, тут расслабился. Носки одевает на мокрые ноги. Серёг! Может, ты пока пройдешь, пока ноги высохнут? Да. Ну, ладно, ему как нужно. Счастливый, да, говорит, все, жизнь удалась. Я за него рада. Ну, я тоже рад, конечно. Ну, а что грустить-то? Блядь, сидеть дома. Не, просто, может, со стороны кажется, что мы его прям как-то слишком много внимания ему уделяем. А как его еще психологически настроить на новую жизнь, пацаны? Этого никак не делать. По головке гладить, как всю жизнь гладили его, там, родители и прочее. Прокатит. Артур бы сказал, поэтому такое дерьмо и выросло. Нормально, Серег? Все, освежился. Фу, вообще... Это уже сухая. А это шорты плавательные, они сейчас высохнут. Ну, да. Че, пойдем прогуляемся, пока обсохнет. Кепку, я думаю, сними, пока обсохнет, не голова. Охладился? Вообще. Ну да, хорошая вообще. Великолепная. Пиво будешь, Серег? Да хочется, да, как-то. Ну хочется, говори, а что такого? Мы же не до запоев пьем, как Серег, мы тебя будет? Учим нормальной жизни. Будешь? Да? Сопли, будешь, не? Серег. Сейчас нам посмотрим, что такое. Ну это сопли. Давайте, замашу. Подождем еще шлучка. Давайте, и все зайдет. За твою первую обожаю. Мечту чокни с пацанами. За твою первую мечту. О, ребят. Забыл, как с пьяной чокался. Ага. Ну, прыжок. Обязательно я сделаю прыжок. Сделаю. А ты вообще не помнишь, да, тот день даты своей? Ну, развезло уже. Не помнишь. То есть ты смотрел, для тебя это новое, да, было? Да, виски качественные абсолютно.
Абсолютную тоже качественно было. Абсолютное качество. Вилка накалывай, ешь. Сейчас. Заметьте, научился приборами работать. Давай, все как надо. Вилку вообще не... Дома вилкой вообще не ем. Давай, Серега, попробуй. Тут как соус. Белый человек. Отжечки бери. О. Давай. Белый человек. Лучочек потом еще закусишь сладеньким. Давай. Вот, еще. Давай. У нас какой-то травой еще. Ну, давай. Это ладно. Вот. Прошло, ребят, приятного аппетита. Давай. Оп. Ну, пивасиком. Как? Пойдет, нет? Че? Жуй получше, жуй. Запивай. Сыночек. Приятного аппетита. Да. Всем. Вот так вот. Шашлычку. Все, покушали. Скоро на матч пойдем. Сегодня у Маши день рождения. Мы отправляемся в ресторан Брунелла. Самый дорогой ресторан в Сочи. Но это вы увидите в следующем влоге. Смотри, прикинь. Покушал? Ух, да, душевно. Девчонку нашли, смотрите. О! Возвращаемся обратно, а Серега сидит сзади и уже минут 20 ставки делает, блядь, в конторе. Сеть пропала, говорит, пиздец, не смог поставить. Прогноз дал, а сам, говорит, не поставил. Ой, начинается на камеру сразу, какие ставки. Ой, какие пейзажи, блядь, переобулся. Посмешил. Я получил эту роль, мне выпал счастливый билет. Ты сказал, что сейчас поедешь в самый дорогой ресторан в Сочи? Нет, все, скажи, новый кредит взял, еду в ресторан, блядь, в Сочи. Потом в казино подниму, отыграю. Да, все. Вот стоит автомобайл, который разыгрывается, видал, блядь? 27 число. А, блядь, уже увидел число где-то, нахуй. Как ты так успеваешь? Вон игровые стоят, курят, видишь? И вот мы туда пойдем, в Сочи. Там ресторан. Сегодня. Круто? Да, пойдем. Ой, Тима. Ну, я тебе тыщенку дам еще поиграть. А ты там свою лучше не доставай. Тащенку играй по чуть-чуть и все, ёпта. Все равно нихуя не выиграешь. Понял? Да, вдруг повезет. Короче, я снимал все для Инстаграма. Сейчас. Но тут такие подробности начались. Короче, Серега тут открылся. Что он сказал? Серега даже в детстве не передергивал. Никогда. Ни разу в жизни, он сказал. Врач в шоке. Врач просто давай... Мозговой тоже не может, да, мозговать, что никак новый звук. Это... Ну, мне кажется, что это пиздёж, Серёг. А, Серёг? Серёг не врет. Серёг, ты медийная личность, блядь. Хуй ты болчишь, отвечай давай. Чего? Если я бы не стрекал. Человеку запрет, да, да? В смысле, в монастыре ты был? А сколько ты в монастыре был и до скольки? Да в свое время. Я ебу, Серега, блядь. Как ни день, так новые подробности из его жизни. Все, конечно, это смешно. Все смешно. Но я тебе как врач скажу, то, что ты не дрочишь, это очень плохо. Слышишь? У тебя там просто застойное явление, вся фигня будет. Но я тебе серьезно говорю, так нельзя. Серега, а если ты начнешь дрочить, все будут спрашивать, когда дрочишь, что ворочишь. Поэтому лучше. Нет, ну это сейчас вот мы смеялись насчет этого, но я тебе серьезно говорю, что вот это бросай свою фигню. Это врачи рекомендуют делать. Серега, бля, я точно знаю, что ты дрочила. Я тебе верю, что ты не дрочишь, бля. Ты смотри, какой мужчина, бля, все у тебя красиво. Иди передерни. Серег, иди ради нас. Ну, пойдем, да? По делам, да? Ну, раз по делам, деловой человек говорит, значит, пойдем по делам. Все, мы одеваемся и идем на празднование. Чего? Маша, не раздевай. А, ну все, да. Все. Идем.